Пойдем, Дизель. Дизель, пойдем. Зеленые яблоки, а там дальше поедем, где красные. Сюда, дед. Пакет? Четыре. Бери, конечно. Что еще есть? Сливы есть или нет? Сливы, но... $80 или $12. А я такой хочу взять. Груша, не груша. Нет, бери 6 груш. Все, деда, взяли яблоки и груши. Всего $12. Да, неплохо. Сейчас яблоко счастливые пропали. А ведро, давай я ведро дам. Ты ж ведро взял. Дед, какое взяли. А это и так будет держаться. А ну, дед, положи, пожалуйста. Окей, пойдем на яблоки посмотрим. Класс. Такой домик. Кого? Да, много яблок. Вау. А какое красивое яблоко. Это можно с собой взять. Класс. Тут везде лежат. Какое дерево красивое. А ну, деда, стой, я тебя сфотографирую. Что нашел интересного, дед? Да ничего, я помидоры продаются, но я... Ну, это что у меня? Ты хочешь спросить, чтобы собрать, да? Я, если они там еще есть, поехали, okay, поедем. Хорошо. Ну, там собирать 3 минуты. Ого. Вау. Ну, дай, спасибо. Дыня мальчик. А че он такой большой? Это все росло. Вау. Вот они и хорошие дела. Я тебе говорю, когда еврейка показывала. Голубцы. Ага. Вау. Возьми. Еще мне никуда не вложить до этого. Холодильник не занят. Я хочу поедем пока капуста, а мы поедем помидоры. Окей. Okay. И будет нормально. Окей, okay, нашли с дедом, где помидоры. Да. Пойдем. Спасибо людям показали. Да. Дело в том, что воровать нельзя, спрашивать можно. Да. Сюда, ну, как грязь, смотри. Ну ничего, я в сапогах. Давай я пойду соберу. Ты не поняла. Называется помидор красный, как грязь. Или... А, ты видишь? Как их много. А, я думала, ты имел в виду, как грязное, что... Нет, смотри, какие помидоры. Ну, давай соберем. Сливки возьмем, что ли?
Он говорит, большие там дальше, если хочешь. Давай мы, Аня, сделаем так. Возьмем одну. Такую? Да. Одну такую выберем. Окей. Okay. Ты согласна? Да. Все. Как надо пройти? Обходим. О, вау, какие большие. Ну. Давай. Сколько много их. Заходить не нужно, они с краю. Да, их много так. Это ужас. Это какие большие сны. Да. Они, наверное, рады, что люди хотят собрать сами. Хочешь постоять, я пособираю? Да нет, все убирать. Вот какой большой, сейчас возьмем. Что делается? Что, покажи. Помидоры. Ну вот. Вау. Куча какая их плотность. Большие какие. Ходить не надо. У вас, Лень, какие? Все, да. И подожди, надо положить, я их уже достала. Трое вот этих. Пойдем. Давай я открою. Большие. Их как будто не сильно видно, а потом поднимаешь ветку. Да, Лися. Их полно. Вот, смотри, какой. А ну покажи. Ого. Вот тебе какое гнездо. Ага. Как вроде бы с яйцами лежат эти куриные. Хрянь, сколько их.
не девать эти помидоры. Магазин таких нема помидоров. Ну да. Жалко с помидорами расставаться. Помидоры. Потом яблоки. Груши и еще яблоки. Все, поехали дальше. Помидор. Вот это полное ведро помидор. Еще есть. Еще одно ведро. Я набрал помидор. Да мы на поле набрали. Ой, помидор. Это вообще. А где они? Вот, у них там растет. Не знаю. Ого. Ого, дыня, ля. Мамородная. $2 лука возьму. Да, так, чтобы была хорошая поедка. Что ж такое? Никто не берет. Лянь, кошмар какой. И капуста, да, взял. Я два порезала. Вот это мягкие. А это белее, которые. Это мягкие. Вот эти мягкие, белые, да? Вот это мягкое. Ага, мягкие. Ага, какое мягкое. А это чуть-чуть тоже. Они все мягкие. Они одинаковые все. Ну, вкусные. Села. Дедушку ждешь. На улицу, сейчас пойдем. Пошли, дружок. Сейчас. Идем? Мурчик. Пошли. Пойдем, мой хороший. Никто не поймет, а вот если положить там коробку спичек или что-то еще. Ну вот, если положить лук возле помидора. Вот. О, да. Тоже два. Блин, какие большие. Выше подниму эту цикаксию. Чтобы не чтобы было вес. Вот это было. Это помытые, да, ты положил? Да. Вот, видно. Лухи? Ну, видно. Блин, как большие. И вот по сравнению с капустой. Ну, капусты вот. Тоже бывают. Да. Поели же. Ты пошла, я еще не стык больше сейчас не куплю. Будем его сейчас на 4 листья подбрать. Я уже ела сегодня. А ты сейчас не гнишься, да? Все листья? Угу. Можно там взять? Завтра же на работу. Угу.